произошла непонятная какая-то, возможно, забагрил. Но пока у нас только фрикцион сматывается. Может, льдина? А он ползет, смотри. Вон наверху. Забагрил что-то. А? Забагрил кого-то. Щука. Щука? Ну, плавник красный большой. Очень сильно. Забаг полторашка. Открытие сезона, вода мутная, приходится багрить. Ну не полторашку, уж что-то. О! Добавляет, конечно, экшен-отечка. Неплохая. Ну, неплохая. Жаль, фрикцион не жужжит на этой катушке. Жестко. Вот зачем на реке нужен шнур где-то от 0,2 начинаю. Не кисло так. Четверка. В принципе, сегодня, думаю, уже ничего не доставит удовольствия, еще вот эта вот борьба за багры. Зубочина. В воде на глиссер. Ага, надо ведь не оторвать. Кислое полено. Так, что будем сейчас делать? Дело к концу. Какая там суть до дела, борьба? Давай без палки достанем. А? Я соберу подсадку. Нет, без палки, если она далеко. Будем делать два дела. Так, допустим, у меня в лодке был один, и случилась такая вот возня. Конечно, обидно, сейчас сойдет. Давай я.
взвешивать. Да нет, снимай, снимай. Так. Уже приближается что-то. Стрельнет еще разок. Есть! Ушла! Досада! Это была тактическая ошибка. До следующего раза, да.